И всем привет, с вами Якурс 261, и как всегда на связи Якурск. И сегодняшняя новость, я решил вас порадовать тем, что я возобновил работу трейлсера Якурска в Хосе Геатранс. В общем, как сейчас видно, мною мучается сейчас призрачная судьба, нужно ждать всего 1-2 минуты, поэтому радуемся, заходим, играем. Эпичник оставлю в описании под видео и в комментарии, в закрепленном комментарии. Ну и вторая новость, он всё отказывался от мода Malicious Doors, который отвечает за двери. Сам я посчитал его как бесполезный мод. Ну, это дополнительными дверями, которые в моде, я просто не пользуюсь. Анимация дверей, анимация открывания дверей, например, тоже посчитал как бесполезный. Я вернулся вот с Xero, то есть удалил Malicious Doors, то есть его дополнение в Malicious Core. И вот он сказал, дверь остается, в общем, сейчас открывает дверь. Откроется только одна дверь, а чтобы открыть две двери, то есть нужно полжерева, как говорится. То есть, ну, все, кто играет без этого мода, тот поймет. Все, что двери остались на своем месте. Если изначально проживал, думал, что двери пропадут, то двери остались на своем месте. Ну и сегодняшнее обновление, это у нас доска дома интернет. Так вот. Сверху напоминает в виде самолетика. На карте видно. Так, у меня с собой компас в руке. Так, тут у нас Безогонская детская зона интернет. Ну что там у нас? Тут у нас... Сейчас, минуточку. Так, извинись, просто я на время приглашил звуки. Так, тут у нас такой раздевалка в такой вот группе. Эвакуационный выход. Такой вот. Пожарный. Ну и сама вот такая группа. У нас кровати, полки с игрушками. Ну и комнатка для младшей воспитательницы, ну короче, няня. Так, что у нас охранник сидит? Что происходит здесь? Группа одинаковая, напомню. Смотреть на них не смысл. Так, ребята, я снова с вами. Так, тут у нас такой вот актовый зал. То есть еще и второй ход, только с другой стороны. Вот, так, такая маленькая лестница на третий этаж, там же еще одна, на четвертый. У нас группы, везде группы. Тут у нас еще четвертый этаж, только уже две группы и выход на крышу. Ну и тут у нас две лестницы, вот у нас вот здесь, ну и с другой стороны, соответственно. В общем, вот такой вот получился выпуск, кстати, извините, что получилось так коротко, но просто получился без... Этот выпуск получился для меня как безбашенный, потому что... На снятие выпуска я потратил целый час. Вот целый час я на это потратил, чтобы подснять ролик. Постоянно мешали, при этом хотелось делать дубли. Так, друзья, извиняюсь, что опять помешали. В общем, напомню, просто выпуск получился таким коротким, но... Хоть и коротким, но я потратил на это почти целый час. Чтобы хотя бы нормальный дубль снять, без всяких вмешательств за кадром. В общем, вот такой вот получился выпуск. Хочу не забывайте заходить на мой сервер в Майнкрафте. Эпичник оставлю в описании в закрепленном комментарии.
Ну и, собственно, на этом все. Меня зовут Якур Алексей Один, я являюсь основателем владельцем города. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем свои идеи и комментарии. Ну и, конечно, заходим на мой сервер в Дискорде, мою группу в ВК и на мой канал в Телеграм. Там тоже много чего интересного. Что ж, с вами был Якур Алексей Один. Всем удачи, всем пока.